благотворительный фонд «Люди искусства» приглашает всех 27 августа в торговый центр «Планета» минус второй уровень в зоне фудкорта на благотворительную акцию «Дети без границ». Во-первых, это будет выступление лучших артистов города. Это вокалисты, это танцевальный коллектив. Я рассчитываю на то, что у нас будет и выступление живой команды. Ну и, конечно же, самое главное – это флешмоб, который будет организован вместе с специально приглашенным гостем. Это VIP-гость, двойник Майкла Джексона, Гага Джексон. Очень харизматичный, очень яркий исполнитель. И поскольку вы знаете, что у нас особенное мероприятие, оно посвящено в том числе и развитию, и раскрытию творческого потенциала детей с ограниченными возможностями, очень важный момент, то, что двойник Майкла Джексона – это также исполнитель с ограниченными возможностями. И у любого желающего будет возможность принять участие в танцевальном флешмобе вместе с нашей звездой. Началось с того, что маленький мальчик Арсений с ограниченными возможностями здоровья, у которого болезнь детский церебральный паралич, очень хотел танцевать и очень любит петь, как Майкл Джексон. Вот это его идея совместить танец Джексона и детей в одном танце. Это было уже давно, в 2012 году уже такая акция проводилась, а теперь вот хотелось бы возродить снова. Мы считаем, что дети с ограниченными возможностями должны иметь равные по отношению к другим детям возможности по реализации своих как-то творческих замыслов, да, и как бы мы постараемся максимально это реализовать в этом флешмобе. Фонд решает две задачи. Это поддержка творческих детей с ограниченными возможностями здоровья и сбор средств для ветеранов, заслуженных деятелей, работников культуры.